Информации о завозе вируса Коксаки в Казахстан нет. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Лизат Актаева. По ее словам, Комитет охраны общественного здоровья проверяет всех въезжающих в страну туристов и наших граждан на наличие инфекции. Так, с начала года в республике идет вакцинация населения против 21 вида заболевания. И это дало результаты. По многим из них зафиксировано снижение показателей. Отвечая на вопросы журналистов, вице-министр затронула и тему обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, инсулиновыми помпами. Напомним, на встрече с родителями глава ведомства пообещал, что помпы станут бесплатными. Сейчас ведут переговоры с их производителями. С одним из производителей договоренность уже достигнута. При этом вчера поступила информация, что еще один производитель зарегистрировал инсулиновые помпы. Соответственно, уже диалог будет выстраиваться с тремя производителями. Когда есть конкурентная среда, соответственно, уже, например, стоимость расходных материалов может, соответственно, снижаться. В целом, докладывая о результатах программы «Денсолук», вице-министр отметила, что общая смертность в республике снизилась на 27%. Материнская почти в 4, младенческая в 1,5 раза. Летальность от болезней системы кровообращения уменьшилась втрое, от злокачественных заболеваний на 20% и от туберкулеза в 5 раз.